Приветствую вас, если верить психоанализу, то ваш сон означает, что на этой работе вас что-то держит, эта работа вам нравится, вот, и уходите вы ее не потому, что она вам надоела, например, а просто потому, что вас оттуда как бы, ну, может быть, выталкивают, может быть, как-то не дают работать, может быть, вам там просто тяжело, вот, то есть ситуация заключается именно в том, как раз, что вы-то сами уходить оттуда не хотите, но вас кто-то давит. Кто-то заставляет что-то делать, и поэтому все отражает как бы вот это противоречие в том, что с одной стороны вам на работе очень трудно, а с другой стороны как бы вы понимаете, что выбора у вас например нет. И из-за того, что вы понимаете отсутствие выбора, вы, собственно, и мучаетесь, то есть не можете принять верного решения. В этой ситуации, я думаю, самое правильное будет, если вы подумаете, чем вам а работа все-таки нравится, чем она вам нужна, а какие-то вот конфликтные ситуации, которые были, есть и, наверное, всегда и везде будут, старались бы разрешить, чтобы не терять работу. Если вдруг у вас имеет место быть другая ситуация, при которой, допустим, вы хотите увольняться и действительно делаете это именно потому, что вам так хочется, но вам все равно приснился подобной тематике сон приснился. Значит, ситуация заключается немножко в другом. И ситуация заключается в первую очередь в том, что эта работа для вас значит, обладает какой-то особой значимостью в первую очередь. И значимость этой работы вы не можете как бы для себя ничем компенсировать. И из-за этого, собственно, у вас и получается проблема. Ну, опять же, вот на мой взгляд, так это я вижу. То есть вы боитесь, что с вашим уходом, с работы, вот этой вот, вы для себя лишитесь чего-то очень-очень-очень важного, очень-очень ценного, и собственно говоря, вы боитесь, что этого больше вы не найдете.
Соответственно, я в таком случае рекомендую вам подумать, а что же все-таки есть в вашей работе такого, что вас удерживает на ней? Что есть в вашей работе такого, что вы боитесь, прямо боитесь не восполнить, боитесь потерять и боитесь, что этого больше не будет нигде. Вот. По сути, ваш сон — это тревожность, и тревожность связана с тем, что вы не можете принять изменившихся обстоятельств, которые имеют место в вашей жизни. То есть вот какие-то события в вашей жизни произошли, а вы же просто-напросто не можете их принять. Ну, пока, на сегодняшний день не можете принять. И отсюда все ваши, в принципе, проблемы и идут. Вот, соответственно, один из этих вариантов является, я думаю, скорее всего, вашим. И, собственно, что вам с этим делать? Либо вы будете прислушиваться к себе и стараться корректировать свое поведение немножечко, ну, по-другому. Или вы просто интересуетесь подобной вещью просто из, так сказать, любопытства отправного, тогда для вас это просто будет пища для размышлений и не более того. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.